собралась? Я домой. Я знаю, расставаться отстойно, но знаешь, что хуже? Тухнуть в ночном Нью-Йорке. Сейчас я тебя научу, как ловить кайф. Сгоняй за выпивкой. Ладно. Нет, ты не покупаешь выпивку, парни тебе покупают. Ладно. Кошелек-то, блин, оставь. Хорошо. Сиськами потряси. Готовлю тебе завтрак. Прости, ночью ты был шикарен. Правда? Я не помню. Ты ведь красивая девчонка. Это же Нью-Йорк, здесь миллиард народу за этой дверью. Наш новенький на тебя засматривался. Меня зовут Кен. Господи, я тебя утомил, ты пытаешься не зевнуть? Нет, извини, я доктор, и я немного устал. Ё-моё, как же тебя колбасит. Ты чего? Мы же познакомились всего 30 секунд назад. Напишет тебе, подожди 4 часа, прежде чем отвечать. И если используешь эмоджи, я тебе посетю. Нет! Эмоджи? Прелесть свободы в том, чтобы ей наслаждаться. Прекрати немедленно! Мохнатка, как у замужней. О чем ты? У меня там почти нет волос. Ты как будто щетку для волос туда уронила. Или Гэндальф такой пялится на меня. Ни один пенни здесь не пройдет!